Практически начинается каждая репетиция музыкально-хореографического спектакля «Снежная королева» по мотивам сказки Ганса Андерсена во Дворце культуры города Артема. По задумке авторов, он должен стать новогодним подарком для артемовской детворы. Жанр сложный – синтез музыки, вокала и танца. Для того, чтобы донести смысл до зрителей, артистам необходимо обладать широким исполнительским диапазоном и, конечно, актерским мастерством. Поем от классики до рока песни, то есть я могу перестраиваться, петь как и классическую музыку, так и более современную. Либретто и адаптивные тексты написаны художественным руководителем проекта Юлией Беззубовой. Она же привлекла к работе лучшие голоса Артема. Музыка как классическая, так и современная. То, что популярно у молодежи. Белый снег на чистой странице, белый снег и черные птицы. Для того, чтобы глубже погрузиться в литературный материал, исполнительница роли Герды Дарья Беззубова несколько раз внимательно прочитала сказку. Эта сказка, она о любви девочки и мальчика, которые прошли через многие преграды для того, чтобы оказаться вместе. Музыкальная полифония и современная хореография по замыслу авторов в сочетании должны иметь положительный эффект в концепции эстетического воспитания детей и подростков. Мне очень интересно работать с детьми, которые это еще никогда не делали. У них желание уметь двигаться, петь и совместить все это. Для них это очень интересно, они получают кайф, и я думаю, что у нас все получится. Уверенности в том, что все получится, придает то, что идею спектакля поддержали в городской администрации. Помогли нам финансово с декорациями и с замечательным техническим оснащением. Глава Артемовского городского округа премьеру сказки. Она будет бесплатной и будет подарена детям из малообеспеченных семей. Сценическое воплощение истории любви в художественных образах, пусть даже самодеятельных, требует полного погружения в материал и не дает возможности расслабиться. К тому же это огромный опыт, источник творческого вдохновения и способ самовыражения. Многого нужно достичь, к многому нужно стремиться, многое нужно узнать. Все приходит, конечно, с практикой. Но само ощущение, то, что ты можешь себя реализовать в том, что ты любишь, это абсолютное счастье, я считаю. Что получится из этой затеи, скоро узнаем. Впереди премьера на сцене Большого зала Дворца культуры города Артема. У нас все работает вот так. Александр Наточев, Иван Петров, хор «Голоса Артема», городские новости.